Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики. Срочные новости. Сегодня 27 февраля. Российские войска уничтожили дамбу в Северо-Крымском канале, которая перекрывала воду, текущую на полуостров, рассказал РИА Новости глава Крыма Сергей Аксенов. Наши военные уничтожили построенную нацистами дамбу, которая перекрывала Северо-Крымский канал, заявил он. Российские войска после начала операции по демилитаризации Украины вышли к Херсону. Это позволило специалистам разблокировать Северо-Крымский канал, который был заблокирован еще в 2014 году украинскими властями. Аксенов заявил, что подача воды на полуостров начнется после установки и настройки насосных станций. Он подчеркнул, что все узлы канала сейчас контролируются Россией. В четверг, 24 февраля, Путин принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к россиянам президент обосновал это решение уставом ООН, санкцией Совета Федерации и подписанными ранее договорами с ЛНР и ДНР. Российский лидер подчеркнул, что ответственность за кровопролитие на Украине будет на совести украинских властей. Президент также призвал украинские войска сложить оружие и идти домой. Позднее российский лидер призвал украинских военных взять власть в стране в свои руки, аргументировав это тем, что с ними будет легче договориться. Нынешнее украинское руководство Путин назвал шайкой наркоманов и неонацистов. По его словам, они взяли в заложники весь украинский народ. Дорогие друзья, не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропускать новых новостей, и поставьте лайки.